Какой шикарный вид. Так, сегодня будем делать самую крутую кашу. Кто разбирается в этих вещах, в питании. В общем, для себя многие решили, что льняная каша – это лучшее, что может быть на завтрак. По ее составу вопросов вообще никаких не может быть. Сейчас что-нибудь, какой-нибудь накидаю составчик. В общем, сначала, что нам нужно сделать? Это все перемолоть. Это лен. Это черный кунжут. Он должен быть 1 к 5, где-то 1 к 4 в этой каше. Это мой вариант. Это светлый лен. Есть коричневый. Есть такой белый. Белый поприятнее. Что мы делаем? Засыпаем сюда примерно 4 ложечки. Это у нас кофемолка. 1, 2, 3. 4 ложки этой штуковины и 1 ложку кунжута. Все. Закрываем. И погнали. Смесь готова. Пересыпаем ее в банку. В общем, вот это все измалываем. Это будет наша основа, которую потом будем мешать с водой. Ну что, давайте приготовим мой самый лучший завтрак. Вот она, наша смесь. Я сам придумал этот состав. 4 ложки льна, 1 ложка кунжута. Все это перемалывается в кофемолке и заливается либо водой, либо растительным молоком. Сейчас будем делать. Накидываем сюда примерно 4 ложечки. 1, 2, 3, 4. Лучше, конечно, это все сделать в блендере, если есть. Потому что туда можно закинуть сразу же финики, банан. Это все перемолится. Ну, а если нет времени возиться с блендером, потому что его надо мыть, можно обойтись просто таким замесом. Очень крутая смесь, вот так намолол ее, и она у тебя всегда есть. То есть ты быстро ты налил, все, просто она готова. Сейчас мы добавим сюда все, что нужно. Я использую классический вариант такой вместе с кокосом и бананом. Ну и сверху можно бросить какие-то семена подсолнуха, тыквы. Консистенция любая, по сути, как нравится. Хочешь пожиже, можно чуть-чуть еще добавить. Не проблема вообще. Тут речь не идет о каких-то вкусовых качествах, да? Это просто невероятно полезный продукт. Тут именно идет речь о очень высокой ценности данного продукта. Потому что льняные семена, кунжут, все в сыром виде. Это все очень и очень полезно. В общем, мне нравится вот такой состав. Если есть время на терке, можно потереть на терке, но ее мыть надо после этого. Если нет времени, просто настругал ее вот таким кусочками. То же самое. Посыпаем банан. Семян одних, семян вторых. И можно даже семена чия еще сюда же.
3 минуты, чтобы приготовить вот такой крутой завтрак. Пользуйтесь, друзья, пользуйтесь. Это мой самый лучший завтрак. На замену я пользуюсь иногда овсяные хлопья какие-то, злаковые, но вот этот состав, он самый крутой. Считай, намолол я вот эту пачку, и мне хватит ее, ну, на пару недель. Точно, если чередовать, точно хватит на пару недель. Вкусно, быстро, полезно. Что еще скажешь? Всем до связи.